Все знают, да, что герпес живет в любом организме. И как только иммунитет организма у человека падает, герпес он тут же вылазит. У меня стабильно в мае каждый год на протяжении 10 лет был герпес. Причем не просто там маленькая, а вот прям губища были, как будто ботокс сделала. Сейчас фотографию я вам покажу. В мае этого года меня укусил клещ, был энцефалитный и боррелиозный. И мне, ну, иммуноглобулин, глобулин поставила, антибиотики пропила. И вместе с антибиотиками мне назначили еще для улучшения иммунитета. Так, купила себе вот такой вот иммунобустер. Это универсальный растительный иммунобустер и энергомодулятор с клеточным концентратом сибирской пихты. Я стала его принимать. Вот он с такой пипеткой идет. Вот, пипетка одна разводится на полстакана воды, выпивается и в течение месяца пропивается. У меня 2 мая клещ укусил. Начала пить, и у меня в этом году в мае у меня герпеса не было. Иммунитет я себе повысил от укуса клеща, у меня ни температуры не было, никаких дальше побочных явлений от боррелиоза и от энцефалита тоже ничего не было. В общем, все прошло успешно и хорошо.